выжить бы. Ниже, держи, и... пожалуйста, пилот. Мне плохо. Мне плохо, когда ты так летишь. Укачивает. Да, да, да. Сал. На авторотации все равно посадить. Кто у нас пилот? От бога! Пилот от бога. Значит, смею садиться не умею, да? Так, у нас, да, правильно, правильно, меточка, все, да, там же GPS есть, наверное. Давай на елочку, на елочку давай. Марта зависание на 10 минут посадится. Всем ББ, встретимся на следующий. Ой, ё-моё, ё-моё. Короче, я бегу, наверное, к вам туда, на один. О, выход, да? По нам бьют уже, кстати, пилот. Я так понял, вы сейчас сдохнете. Да, да. У нас кто-то раненый был, по-моему. Да ёшкин кот. Попробую сейчас выйти на них. Запада? У вас на западе, блять, на и левее, левее, царь. Понял. Левее где-то на 50 метров, короче, блять. Я понял, Рома. Так, все, не гопачьте. Так, я очнулся. Перевязать можно? Ты очнулся, перевязываешь. Вам не надо перевязываться. А морфин надо вколоть. Так, здесь кого же рядом говорите, да? Да, у кого того. Это Нейтхок. Надо куда подходить, да? Откуда? Я так что. Я к морю отхожу, к морю не спускаюсь. Потом да. У нас там, смотри, и труп. Это и труп в воде. Или мне кажется. Машины? Мы куда зашли? Отступили к воде. Савы мы к воде отступили. Понял. Саля. Чё? Живу. Я живу. Да, у меня такой пример. Можем, в принципе, к вам вернуться. Кто-то на крики, конечно, что да? Ли, выключитесь, нашел. Как ты там с трубой бегает возле воды? Да я, проверил. Понял, приносит это. Так, ладно, двигаюсь к горе, где репит. Там репит что-то, где-то калаш бил. Сняли. А, все, я пропустил. Салин, ты че, Денис, ты у нас какое направление туда идти? Технику слышь. Техника едет, блядь. Да надо сначала понять вообще, что происходит. Потом двигаться. Пэха и Шилка на севере. Мы можем по берегу пойти, типа, на запад.
у нас задача какая? Нам стрелка нужна или дальше? Сейчас один на ДВ выйдем. Мы дальше пойдем на стрелке 1-1. Да, на ДВ кто-нибудь из нас выйдет. Салим, ДВ. Там скоординируйте, стрелку взяли, не взяли. Паша, ты в гору тянешь? Да, к этому, к стрелку. К трупу, да? Да. Взял кого. Давайте, давайте, у Паши собирайтесь, там Чарли тогда. Это гора, гора. Ву. А откуда воевали, да? А, да откуда стрельба была? Ну, с запада, да, я понял. Да, да, западная гора, Петуш. Если что, у меня 20 человек есть, если меня положат, с меня снимут, снять. И калаш на мне. Что нет, кто-то. А чё тут правило? Мои красные, чужие синие или как? Чужие синие, да. Вот и врачнем. Раненые кто-то из наших, да? Что? Тут все раненые. Медика у нас нет. Да, блять, вышел. Там не знаю, что с терминалом делать, потому что никого нечем уничтожить его. В стрелке нечем? Отделения. Там два отделения. Так, я сбегу сейчас с этим взорву, короче. Да, там уже право, они сказали, что пойдут. Займутся, да, ну ладно. А надо бы спрятаться как-то. Передай туда. Я и на юг бегу вообще не. Вы зоны пока держите, сейчас подойдут нежданно. Пока радуемся, они не сменили частоту, враги. Чё говорят? Ну, что-то было сказано, пока ничего информативного нет. Что-то там про юг говорили, кто-то там двигается из них. На юг? Да. Или на юге двигается что-то, короче, не важно. Ну, либо про нас говорят, либо да. Кто-то у нас в тылах, значит, идёт. Сачелом, сачелом взорвали одну зону. Заебись. Теперь нам дальше надо. Сейчас самое стрёмное. Либо нам аэродром надо будет. Не, не, вышка, Паша. На аэродроме. Это самое вообще мертвое. Либо базу военную брать. Я предлагаю сделать обход и полностью на базу. Типа. Да, да, да. Пойдем все на берег спускаемся, идем по берегу. А как мы идем? Через запад или восток? Да через запад пойдем. Там на восток, там все свои. А оптика у нас есть, посмотреть? У меня 80-ю высоту. Посмотри, если там техника стоит, мы не пройдем. Ну, вообще, да, тяжеловато с этой стороны. Где наши? Горит. Там что-то уничтожили. Не горит. Павел, скажи, что я на тракторе еду. Стреляли, потом уничтожили. А, горит бы. Да, враг подтверждает, БМП уничтожен. Жопа на нашей зушке. Нет, зушка целая, это бэк. По-прежнему двигаемся по берегу. Блядь, бардак вижу, я хотел. Там? На 80? По мне. Или по нам, я не понял. На 300... На 300 выезжали. Я слишком убежал далеко один. Так обходим, обходим, чё сидеть-то что? Договорились же, идем, обходим их по западу, по берегу. Или нет, я не понял. Идем, 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 идем. Нам все-таки группу идем. По одному. Вместе идем. Ну так. Просто мы немножко, так скажем, распластали. Ну, сейчас соберемся. Чинокль есть вижу. У кого-нибудь на 320 есть, посмотреть. Есть. Не поломайтесь. Стоит там же. Но если мы не спустимся, прям вообще по водичке пойдем, то он, в принципе, должен нас не увидеть. Походу, туром мы зажгли. Так, а давайте остановимся у этих камней. Я сейчас с метки подавлю, пойду дальше.
Вот там где ты сейчас сидел. Дальше надо добраться. Рапид, отойди. Тоже тут по камням. Я могу дальнометр дать, у меня руки шатаются. Длинометр? Он с батарейками? Живой там. Живой. Подать на 340 стоит. Кому квадратик? Она ми 2 ми 8 горелом. Что-нибудь есть? Снайпер какой-нибудь. А, вот он стреляет. Ну слышь, мы в принципе можем пойти, пока он за деревьями там стоит. Так, горевшего ми 8, но высоточки вроде. Вроде чисто. Вот это ми. Свой. Ребята. Че, что? Да никого. Слышно. Надо бежать. Да, надо бежать. Погнали все быстрым шагом. От камушка к камушку. Там будет участок большой открытый. Я вот на нем в прошлый раз погорел. В прошлый раз это не сегодня. А может за это запортить, чтобы воздух поработал по этой вибер? Так летает. Да. Просто пушкой прошел бы. Да, пушечка прошла. Просто по этой стороне. А он, по-моему, бардак занят тем, теми, кто на аэродром идет. Так что у нас есть сейчас время пробежать, а там бардак не занят. Бля, мы на спринте не добежим так. Жить на прочисто не так пробежать. Другой воды держитесь, здесь скварки такие хорошие есть. Я катался на них. Вон, ты пойдешь, выпьешь ее. Учтите, на 20 тоже опасная высота. Ну вы прошли. Уезжай куда-то. Все, все, короче, можно считать, мы прошли, да. Я думаю. Тут кусты были, в кустах можно было отдохнуть, пулеметчик. Запасной ствол можно выкинуть, ПНГ тоже можно выкинуть. По РДМ поменять тоже же свою метку, да? Но он от нас на севере, Волк. А точнее на 340. Затаитесь. Метров 250-300 где-то так, там не бардак. Одиночный первый с ПКМ. У кого ГП нету?
Вы дальше прошли? Не, ну я так же. Я чуть-чуть дальше продвинул. Сторону, что-то. Не наблюдаю вас. Ну да, можно наблюдать. Ну что, фух. ГБУ. Идем на 300. Шилка живая, что ли? Сзади 110, непонятное в поле движение. 110. Это на возвышенности движение перед холмом сам. С этой с РПГ, которой сидишь. А я не вижу, он за дерево у меня спрятался. А, за дерево? Нет, он дерево мне загораживает его. Он сбежал, он сейчас сбежал. Бежит. Зелёнку, это да, свой, зелёнку. Свой. Все, привет. Саллинж. Тут у нас еще кого-то есть. Завалили. Саллин минус у него. Не удавит. А где его звали? Они убили меня, ёбай, кривой там снайпер какой-то. А чё ты не отвечаешь, что сам? Да потому что ты там не валяешься и ничего не делаешь. Наверное, надо дальше к берегу идти. Там СВДшник где-то, где бардак на 20-30 стоит. Тихо, идём тогда по берегу, ёбай. Будем заходить. Да, скорее всего. На 130. Ну надо дозор какой-то тоже на холм поднять, чтобы увидеть немножко. У меня дальномер, ну, в принципе, бинокль. Могу я, в принципе, поднять. Сука, Солд снова куда-то съебал. Рандомит? Скорее всего, как я, не в тот вертолёт. Так, вы вдвоем еще дальше прошли по берегу, да? Ну, по берегу проходим и ровно на северную возвышенность поднимаемся. Через камни поднялись? Да, ну... камни вот как камни начинаются, в принципе, тогда можете поднимать. Понял. Ты отдыхал, отстал. Без Салин, ну тут запустим. Сейчас самолет сюда, наверное, глухо поранит, не сюда. Падает. Там Урал стоит и еще
Это маяк одиночный, это не наша цель. Нам, нам не северный, нам... А, все, я понял. Прием, кто живой? Махнул. Убил, убил один минус. Блять, на высотке, смотрите, они здесь, возможно, одиночный бег. Кого убил? Не знаю, какой-то чел в этой в Адидас убил. Это мэр. Блять, а его что, не надо было убивать? Надо. Надо. Я его убил, у него ДВ, можете послушать, чё. Есть еще двое, короче, осталось. Они, возможно, где-то здесь, на высоте. Должно же было написать, что мэр убит, может, ты его не добил? Не. Ну, я сказал, это... я сказал по ДВ. Я прям в голову два раза не сомневаюсь, что кто. Мертвый, мертвый. На взлетной полосе с южной стороны на нее что-то выходит. Тело какое-то, и возможно. Дальше надо. Че, Саня? Чистим, чистим. Чистим высотку, тут еще двое осталось. Тут еще двое осталось, по идее. Идем тогда в это. У кого? У кого-то убили. Где-то. Кого-то убили сзади. Здесь же пуск где-то был, да? По-моему, чуть по. Ну, рядом где-то с нами. Ну, не совсем рядом, но в районе нашей. А не с зоны ли случайно, которая вот крайне. Как раз в момент выстрела убийства нашего пулеметчика был пуск. ЗРК остался пикап. Да. Кто стонет? А, блядь. Короче, осталась еще шилка, блядь, которая нахуй буянит, пиздец. Ну это вы стоните, я пока вроде же. Двигаемся на северо-восток, то есть. Бля, бардак, бардак. Где? На взлетке. Тупо на взлетке, что ли, катается? Да, 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 на западной части. Ну ладно, пусть стоит. А базу-то и военную взорвали, все. Базу то есть взлетка осталась. Осталась взлетка, да. Ну, лужку пока не выбьем, это будет проблема. И бардак тоже. А там РПГшник у нас сзади был, я как понял. Ну я, у меня еще есть седьмая сыпь. Понял. Двигаемся, короче, к этой шилке. А сколько у нас осталось? У нас же больше будет. Четверо нас, пойди. Бардак можно колеса попробовать выбить. Не-не-не, нам полез пока нельзя. 150 враги. Враг. Говорят 150 враг. Топ. На нас? Неизвестно. Блин, Саня, посмотрись, подожди, не беги так. Сейчас доклад был, 150 сказали враг. А на 150 это значит, скорее всего, они сейчас про 1-1C, вот где наш бег. Значит, да. Где-то с каменного глаза.
Ну или с, вот примерно с этой стороны. Так, мы сейчас Зушку идем. На Шилку, да, на Шилку. Я читаком. Пулемет чей? МК. Я к нам в спину заходил, сволочь. Да? Понял. Ну ладно. Убил? Да, да, пулеметчик зашел. Красавую. БРДМ, слышно меня? Чё-то хреново, как убежать. Сейчас по рации прошел запрос к БРДМу, и БРДМ не отвечает. Но он стреляет. Так, может быть еще будет с этого пикапа этого. На стационарный ник. Так он, по-моему, все, он вроде отстрелялся. Если пуск был, там же, наверное, единичный этот пуск. Там достаточно. Там так, штуки 4 шел. Было. Так, а это не счет, что у нас на западе вот какая-то хрень там сушка еще стоит. А, это стационарная. Она может, кстати, активно быть. Ну, на ней кто-то быть может. Вот я про то и говорю, что может там кто-нибудь сейчас бегает? Нету. Я бы сказал, нет. О, у меня, короче, надо. А, балан, да? Живые? Не, я живой, я еще не понял, нахуй, что она стреляла. Стоп, так она где-то. Примерно на 100. За это, ложитесь, ложитесь. Это бардак. Вижу, перед нами, перед нами. Кто перед вами? Бардак, бардак. БРДМ на 100 ровно, где-то метров 200-300 на. Это, по-моему, к базе сместится. Судя по пыли. Крест жив. После высоты 66 под ней УАЗик, да, там, значит, да, 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 да. Есть. Все, долбанули, шел. БДМ в городе. А, не, нихуя не в городе. СВДшка бьет сейчас. Сейчас бардак выбью. Блядь, уезжает, сука. Блин, шелк, шелк. Пониже было, пацаны. Там за штуку наши смотрят, нет? За кем? БРДМ убит, это шелк, шелк. УАЗик стоит, вот кто наблюдал в контроте, тогда... Понял. Там СВДшник где-то еще с этим УАЗиком, по-моему. Так. Я не знаю, никто не сказал, что, блядь, шилка выпит или нет. Она била после попадания по ней, она еще стреляла. Да, она живая же. Пошли. О, видишь, торчит ее маяк, катается, сука, вертится. Нет, не вижу. На 120, на 120, на 120, видишь, торчит. Торчит, блядь, кусок, на 120, на 100 уже. Все, вижу, 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 вижу.
чё, кройте, ёпта, буду пробовать его. Да, дай. Я отсюда в гору и туск со снайпером, скорее всего, не смогу далеко очень. Придется подойти, наверное. Актуально? Да. Все, я походу мертвый. По мне сейчас лутят. По тебе? По тебе, блядь. Все, идем на юг, идем на юг. Зачем это высоко? Дальше. Припиджу? Да. Надо убить этого кайфчика. Да, пока живой, тут забор забежал, скрыл. А, ты на военную базу забежал, да? Вон, давай на... Да, да, иду. Кто у нас еще живой? Также четверо. Да. Ребят, ты на гору лезешь с этим слазиком, который. Так, а кто на горе стоит? Я, наверное. Я на базе, я на базе. Так, а на гору со снайпером кто-нибудь заходил? Хуй его знает. Двое, вы, да. Скорее всего, это мы. Так, я на базе, аккуратнее, не пристрелить там, кто возле желтой машинки. Это я. Может быть ниже, лет назад. Сможно. Что, базик потерял? Могу завести. Чего? Могу его завести, чтобы позвук остановился. Лазик чистый, уже нет. Я так понимаю, мы как-то штурмуем. Да. Все, я устал. Уничтожили? Не, нихуя. Кого еще надо уничтожить? Надо в аэропорте еще один маяк уничтожить. Антенна. Элита каимщик-то. Да они, скорее всего, спускаются на взлет, они поняли, что уже... проблемы. По радиообмена не было никакого давно уже. Салин, не уходи, пока ты я. Чего не уходи? Так, у нас четвертый, кто еще? Крепит где-то сзади был. Вот, по-моему, он же. Ага. Иду, держись, пулеметчик. Забрал его. А, победа. Кто царь?